Армяне продолжают свои провокационные действия в отношении гражданских объектов Азербайджана. Нарушаются все нормы гуманитарного права. Международное сообщество должно осудить военные преступления Еревана. Об этом CBC сообщил корреспондент турецкого телеканала Хабар Глобал, который лично наблюдал за произошедшим. Я был свидетелем разрушений, вызванных ракетными ударами по Гянже, обстрелом мирных гражданских объектов в Тертере. Передо мной пристала трагическая картина. Гибнут невинные люди, среди них дети. К сожалению, обстрелы продолжаются. Мир до сих пор молчит. Люди закрывают глаза на происходящее событие. И если они продолжат безмолвствовать, не исключено, что может произойти еще большая трагедия. Мировое сообщество должно дать справедливую оценку и оказать давление на руководство Армении, которое отдает преступные приказы. Бурада да армянилерин ярде яргыланması лазым.